Пронзительной композицией «Нас бьют, мы летаем» ученица детской школы искусств Ксения Занина выступила сразу на двух международных конкурсах в Нижнем Новгороде. Один из них – «Винард», где в номинации «Эстрадный вокал» возраста 11-13 лет саровчанка заняла первое место. Мне не очень нравятся песни такие спокойные, плавные. Я больше люблю исполнять мощные, где вот какой-то посыл эмоций. Второй конкурс «Infinity Stars» собирает юных танцоров и вокалистов в 12 городах страны, чтобы определить талантливых артистов. В столице нашего региона саровчанка исполнила две песни – патриотичную «Небо славян» и лиричную «Нас бьют, мы летаем». На конкурсе «WinArt» жюри оценивали открыто и было по 10-бальной шкале. Двое жюри мне дали 10 баллов, а один жюри дал мне 9. Они мне дают как бы мотивацию продолжать дальше заниматься и больше развиваться. С обеими песнями Ксения Занина стала лауреатом первой степени. По словам девочки, достижения на конкурсах – результат большой совместной работы на репетициях с руководителем Анжеликой Анатольевной Ермаковой. После окончания школы девочка хочет поступить в Гнесинку, поэтому все награды идут в копилку для осуществления мечты. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».